из которого принимали участие, может быть, и вы. И база, не забывайте о том, что база, она строится, она готовится. Все средства, которые я сюда вкладываю, это немалые средства, поверьте мне. Вот, вы можете также помочь, принять участие. Если хотите, я там отрекламирую там вашу фирму какую-то или вас лично. Вот, и мы будем развивать канал, снимать видео и так далее, и так далее, и тому подобное. Итак, ну, сейчас с вами находимся на территории базы. Я и мой хвост. Здесь тут как бы будет находиться все. Вот это домик. Которым будет находиться дрессировщик. То есть я. Вот она сама территория. Сейчас мы занимаемся благоустройством территории. Вот здесь я такой навес сделал. То есть это не... Просто притеняет, чтобы машина стояла не на солнцепеке, чтобы в тенечке находилась. То есть она воду пропускает, дождик идет, нагрузка не такая большая, но притеняющая сетка есть для того, чтобы была тень. Дальше тут будет банька. Сейчас пока летний душ я такой сделал. Дочке качели сделал, песочницу. Вот пока забора как такового нету, то есть сетка тут рабица была, даже не сетка рабица, а строительная сетка арматурная. А потом мы будем делать здесь забор, ну, по наличию финансов. А сейчас пока я взял вот такой вот, это не полиэтилен, а ткань такая, не ткань даже, а не, как бы... Материал, пара влагопропускающая, которая стелится под крышей. Ну, здесь были очень сильные ветра, он показал себя достойно. Здесь вдоль забора у меня идет притеняющая сетка. И вот здесь вот очень много сорняка было, поэтому в этом году мы посадили здесь картошку. Для того, чтобы изничтожить наш сорняк. Впоследствии мы это все дело здесь газонной травой расширим. И вот здесь я планирую вдоль забора поставить несколько вольеров для передержки собак. Ну и будет, соответственно, площадка для дрессировки. То есть будем корректировать поведение. И как бы такая гостиница будет для собачек. Так что, может быть, я в этом году успею поставить эти вольерчики. Ну, все, опять же, тут в зависимости от средств. Если вы примете участие, поможете мне, то в этом году уже будет организована гостиница. А здесь у нас такая, вот такую вот небольшую у меня здесь я крашу. Здесь у меня... зона отдыха. Вот он, стол, который самостоятельно я сделал. Лавочка. Такой вот небольшой столик. Ну и что я, собственно говоря, стал снимать это видео? Я хочу сделать верстак. То есть вот эти все вещи, которые вот... Лавка, стол, стульчик этот маленький там внутри, еще кое-что. Были сделаны вот на этом верстаке. Если это можно назвать верстак. Жутко неудобные. На меня супруга еще ругается, что я у нее забрал вот эти вот бочки, на которые старые-старые доски бросил, и они используются у меня как бы в качестве верстака. Сейчас я хочу сделать верстак, на котором буду производить деревообработку, потому что как бы строительства очень много, тут и много чего надо будет делать. Вот, и чтобы это было удобно, и тем более ручными инструментами, как бы, ну, все равно там в целях экономии, например, берешь вот такую доску, да, и надо распустить ее на какие-то бруски, допустим, или более там тонкие доски, или на реечки на какие-то.
И ручным инструментом это сделать достаточно тяжело. Вот. Поэтому надо все-таки делать, чтобы это было все удобно. И я сейчас буду делать верстак. Ну и кому интересно, может посмотреть, как я это буду делать. И так далее. Итак, для того, чтобы готовить верстак, я приобрел в магазине вот такой лист фанеры 12-й. Разрезал его напополам и положил его на багажник, который находится у меня на автомобиле. Про то, сколько я на этом багажнике уже всего перевез, он себя оправдал. Если считать стоимость доставки, то ого-го. Ну, про закрепление груза на багажнике, если хотите, можем снять отдельное видео, потому что как бы закрепить его правильно тоже нужно уметь, потому что едешь, нагрузка большая, если дуновение ветра там или кочка какая-то, доски могут оторваться или что-то там вы перевозите наверху. И, соответственно, может быть какая-то аварийная ситуация. Ну, в общем, вот видите, у меня тут собаке сделан вот такой заборчик. То есть, дабы его ограничивать, хотя, в принципе, ограничивать его не нужно, он у нас все команды знает. Он так, для людей, чтобы типа заборчик есть такой и хорошо. Вот. Вот. У него вот здесь вот он, любимое место его находится, он себе его выбрал. Вот наверху растет облепиха, а рядышком сирень, куст сирени. И вот он там себе выбрал место. Вон он, мой чердак. Вон он, мой любимый чердак, с которого... с которого вид понравился. Вот он, вид с чердака с моего. Видите, люпины тут растут, цветы. Так вот, смотрите, куда он сейчас пойдет. Акбар, место. Место, иди. И пошел он к своей. Тут у него тенечек, хорошо. Вот оно, собачье счастье. Молодец, хорошо, моя собака. Красавица моя. Итак, друзья, с вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег. Мой хвост Акбар. И мы находились на базе канала «Я и мой хвост».